Народ, представьте себе книжку весом килограмм в 30. Пусть даже она разбита на отдельные тома. В общем, орешек на ней тверд и тяжел. Сейчас все типа по-другому. Академики, нефтяные вышки и прочая мудрость заделаны в цифровом виде на компактах. Буквально накануне компания Кирилл и Мефодий выпустила третью сидюшную версию большой энциклопедии. На круг вышло около 80 тысяч статей. Те, кто еще не отвык от комиксов и не любит читать, прикольнутся над кучей слайдов и клепаков. А кому надо, может покопаться на диске конкретно. Тогда и обнаружится, что история, география, химия, еще много чего имеют место быть. Хоть и в цифре, а зато при полном параде. Как и подобает солидной программе, энциклопедия имеет систему фильтров и поиска. Юзеру не придется разыскивать страницу номер 666 в многотомном бумажном издании. Достаточно ввести в строке поиска, чего душа не пожелает, и перед вами развернутый результат. Вообще же мультимедиа тема катит, что пользователь получает видео, текст и звук в одном флаконе. Можно читать и смотреть статьи в разбивку, можно по порядку, можно без порядки. Короче, для этого требуются люди с крепким чердаком. Вот, например, Иерихонская труба. Это как? Оказывается, эта труба имеет исторические корни. Иерихон – город в Палестине, разрушенный еврейскими племенами, еще когда нас всех на свете не было, во втором тысячелетии до нашей эры. Как поют акхины, стены старого города рухнули от звуков труб завоевателей. Всем хороша энциклопедия. И интерфейс удобный, и словарь повышенной толковности имеется. Даже ударения на словами расставлены. Но в бочке меда всегда найдется ботинок пасечника. Частей, то есть сидяков, 4. Вот и приходится постоянно жонглировать дисками, потому что исторические материалы на одном, биографии на другом, географические карты на третьем. Выход, однако же, придуман. Закатать энциклопедию в формат DVD. Тогда вся эта информация уместится не в вашей голове,